Друзья, привет! Я опять доехала до светофора Янина, Санкт-Петербург. Сейчас посмотрим новинки, ну и полезные для быта товары. Приятного просмотра. Ну, посмотрим. Так, мыло банное. Большой кусочек, 180 граммов, 19,50. Так, мыло натуральное, традиционное. Содержит глицерин. 19 также есть антипятно, активная формула против любых пятен. 25 рублей кусочек. Так. Гель пена для ванн, мягкая формула, уход и увлажнение, без аллергенов. Экономичный формат. С такой красивой девочкой. Детский гель пена. Не содержит парабенов, красителей. А содержит пантенол, экстракт молока. Такая большая бутылка, 103 рубля. Детский шампунь смягчающий, с календулой. 68 рублей. Маска возрождающая. Манго, масло, авокадо. Бальзам, маска, несмываемый уход. Тайский рецепт. Для тусклых и окрашенных волос. 108 рублей. Гель для душа. Очищение и забота. Экстракт оливы, риса и авокадо. Такая огромная упаковка. Литр. 71 рубль. Так, шампунь для волос. Авокадо с керамидами. Витаминный комплекс. Масло авокадо для всех типов волос. 1 литр с дозатором. 89 рублей. Шампунь хороший. Шампунь для всей семьи. Чистота и свежесть. Дикая роза. Я покупала, мне нравится. 63 рубля. Скраб для тела цитрусовый. Омолаживает, обновляет кожу. Почитайте. Такая баночка тяжелая. Так, 720 граммов, 67 рублей. Охладитель запаха для холодильника в виде лимончика. $62 рубля. Диски 180 штук. Тут самая, конечно, низкая цена. $38.90. Так. Гель-концентрат для сантехники ванной комнаты. 100% эффект. Легко избавляет от всех загрязнений в вашем доме. Унитаз очищает. Удаляет известковый налет, ржавчину. Дезинфицирует. Прочищает канализацию. 50 рублей из ПВХ, вот размеры 84-60. Вот смотрите, какие появились интересные, как кафель, цветочки, вот такие интересные. Много функциональные коврики, хозяйственные, 30x50 сантиметров. Антискользящий, он правда такой, как липкий. Вот расцветочки есть такие вот, 140 рублей стоит. Вот такой табурет бытовой, он складной. Да. Металлические ножки, а здесь такой мягкий, хороший. Сейчас поищем, сколько стоит. Ага, вот. Складное металлическое сиденье ДСП, искусственная кожа. Максимальная нагрузка 100 килограммов, 425 рублей. Вот они в сложенном виде лежат. Есть темно-коричневое сиденье и светлое. Стеллаж универсальный. 1537. Вот так вот можно ставить и телевизор,
И можно его горизонтально и вертикально поставить. Все белого цвета. Размер 58 на 28, высота 118. Вот смотрите, его поставили, как он красивый. Крепкий такой, тяжелый, классный. Упакованный в коробке. Удобно для переноски. Смотрите. Мне понравился. Вообще, можно сказать, очень недорого. Тоже привезли. Санки длинные, ватрушка 1 метр 974. Ой, такие плотненькие. Достать. Вот так упакованный. Смотрите, инструкцию. Все желтые. Вот есть лимонного цвета и такие желтые. Классно. Ковер с Галактика. 1 на 1.5 метра. 542. Вот они все скручены в рулончик. Появились расцветки. Так, что это? Ковер прошивной с печатным рисунком. Так, такая есть. Вот такая яркий, такой оранжевый. Розовые цветы. Что там еще? Вот такой зелененький есть. С оранжевой окантовочкой. Выбор есть. Приходите. Это пищевой с крышкой 13 литров. 131 рубль. О, целая огромная куча. Есть зеленый. Ну, естественно, зеленой крышкой. Посмотрите, какое оно красивое. Такой крепкий пластик. Сейчас попробуем крышку надеть. Вот такая крышка с ручкой удобная. Смотрите. Классно. И голубые есть. 131 рубль всего. Пищевой 18 литров. Со сливным. Со сливом и рельефным дном. 156. Классный такой. Хорошенький какой. Так. Вот слив. Раз и два. Удобно ручки для захвата. Такой крепкий пластик. Классный. 158. Мисок. Уже показывала. 3 штуки. На 1 литр 200. 2 100 и 3 200. С крышкой. Пластик. Полки настенные. Хром. 188. Сейчас посмотрим, какие есть. 2 яруса. А только такие остались. Да. Нормальные полки. У меня висит в кладовой уже 2-й год. Сотейник. Со съемной ручкой. Так. 28 сантиметров диаметр, высота 6 сантиметров, объем 3,5 литра. Такое огромное блюдо, чудесное, правда. На праздник положить что-нибудь. Пирог. Пиццу. Блюдо с бортиком. 28 диаметр. 94 рубля. В такой коробочке упакованный. Толстое стекло. Такой набор от Luminar. 18 предметов. Вот. 6 тарелочек 25 сантиметров. 6 23 и 6 19. Все беленькие. Все упаковано. Заглянем. Вот такие беленькие они с рельефными краями. 1216. Запекание тяжелое с ручками. 35 на 23 и 2 9 литра. 245. Кружки для чая цветные появились. 52 рубля. Смотрите, какие хорошенькие.
340 миллилитров. Дно цветное. 2 метра на 220, 919. 100% хлопок. Такой синий цветочками есть. Вот такое есть. Опять синее. И вот такое яркое. А, вот еще розовенькое. А, это уже на матрасники пошли. 160 на 2 метра, вещи шерсть. 806 рублей. И вот еще вот такие есть, смотрите, классные, вот какие красивые, понравилось, как такими лоскутками, клеточкой, кружевинка, толстый такой, нормальный, видите, комплект белья, 100% хлопок. Сейчас будем смотреть расцветки. Так. Изготовитель Санкт-Петербург. А нет. Адрес производителя Иваново. Ну как. Так вот такое есть. Вот синенькая такая цветочка. О, красивая с бабочками. Так положено, ничего не посмотри. Желтенькая. Так. Вот это симпатичное в такую квадратами большими. В общем, выбор есть. А теперь смотрим ценники. Двухспальная. 1247. Такое. Они разные. Короче, надо приходить и выбирать. Так, галоши. С опушкой 36-46 размер. 335. Такие тепленькие. Так, и сегодня. Тридцать галоши, женские, мужские, 211 рублей. И бордовые есть огромные. Размер 37-46. Какие модельные сапоги? Сапоги зимние, мужские, 41 по 46. 662. Слушайте, легкие такие. Так, на липучке. Внутри вот такой мех. Ну, огромные размеры остались. И классные детские брючки. Тепленькие. Камуфляж. Тут какие-то ящерицы. 184 рубля. Спортивные. Вот есть большие. Размер 1,46 м, 1,58 м. А есть и маленькие, 110-116. Классные. Внизу резиночка. И завязочка, она затягивается. И вот такие есть. С таким рисунком. И вот с таким. Книга детская с глазками. 44 рубля. Смотрите, какие глазки двигаются. Странички такие толстые, чтобы малыши не порвали. И яркие такие иллюстрации. Посмотрим, какие есть. Так, день рождения. Три медведя. Крокодил Кена. О, Бармалей. Посмотрим. Классно. Машенька и медведь. Считаем, считаем без ошибок. Опять три медведя. Так, там уже что-то другое. Топ. Топ. Топотушки. И Дорина горе. Кот в сапогах. 44 рубля. Первая энциклопедия 120-20. Смотрите.
загадочный космос. Посмотрим, что внутри. Такие плотные страницы с яркими иллюстрациями. Так, загадочный космос. Мое тело. Динозаврики. Домашние животные. Охота на вирусы. 120 рублей. Классный подарок ребенку. Смотрите, календари появились на следующий год с тигренком. 36,70. Внутри вот такие тигрята. Так, собачки. Такие собачки. Вот такие мимашки. Так, вот такой есть. Праздник каждый день. Бабочками красивые. Вот. Цветы. Красиво. Вот такой есть природы. Во всему, смотрите, какой выбор огромный, только привезли. 36,70. Любимые сказки. Энциклопедия для детей. 176 рублей. Смотрите, какие хорошие книги. В толстом переплете. Крупные буквы. Толстые странички. Так. Чуковские. Сказки. Для малышей. Рассказы о животных. Щелкунчик. Что там еще? Золотой ключик. Сказки волшебные. Любимые потешки. Сказки на ночь. Сказки Шарли Перро. Классные книги. Правда. Писатели, русские писатели детям. 176,90. Нигде дешевле не купить. Вот такая игрушка. Книжка-игрушка. Вырубки с колесами на картоне. 138. Смотрите, какие. И колесики-то двигаются. Джип Бибил. Так, сейчас откроем. Ох, какие толстые странички. Я думаю, ребенку будет очень интересно. Посмотрим. Такая, значит. Куда спешит грузовичок? Такое мы видели. Машины-силачи. Любимый экскаватор. Классный. В общем, куча. Веселый автобус. 138. Книги детская библиотека в ассортименте. 54 рубля. Лучшие друзья. Три истории. Так, лучшие друзья. Опять лучшие друзья. Мульт. Хроники чудес. Так. Такая книжечка. Разобрали. Книжечки для малышей нашла, но ценника не нашла. С заданиями. Задания. Что такое детский сад? Смотрите, какие толстые, мягкие странички. Классные книжечки. Такая
И вот такую я нашла. Колыбельная для малышей. Цены не нашла. Обнаружила. Такой толстенький. Так. Фитбол 55 сантиметров. Диаметр с насосом. 373 рубля. Вот. В коробочках так. Таких вот расцветки. На коробках разные нарисованы. А уж как там на самом деле, я не знаю. 373 пожарная машина. Все поднимается. Со всякими прибамбасами. Малышу на Новый год подарить. Супер. Так. Вот 493. Хлопья медовые. На здоровье. 350 грамм. 62 рубля. Я такие покупала дороже в пятерке. Состав. Крупа кукурузная, сахар, соль. Ароматизатор меда натуральный. 62 рак. Мясо запеченное с цукатами, ананас и банана. Вкусный завтрак для всей семьи. Источник пищевых волокон. 82 рубля. Шампиньоны резанные. Я такого не видела. По-моему, новинка. Так, посмотрим. Состав. Шампиньоны резанные. Вода, соль. Регулятор кислотности. Лимонная кислота. 97 рублей, 850 граммов. Масло оливковое появилось. Производство Италии, 1 литр. В стекле, подположено, в темном. Состав оливкового масла. Рафинированное. Италия. 298. Смотрите, мед цветочный, натуральный. 1 килограмм, 153 рубля. Но не знаю я. Здесь я как-то еще не рисковала брать. Такой немножко засахаренный уже. Изготовитель «Медовый дом», Россия, Новгородская область. Смотрите, этот год, 5-й месяц. Вот такой вот он засахаренный. 150 тысяч. Нашла цветочный, натуральный. 1 400. 206 рублей. Более прозрачный, но тоже засахаривается. Свеженький. Берут потихонечку. 206. Это появилось, исчезло одно время. Вот такая вот фунчоза, лапша крахмальная. Бобовая. 0,5 кило, 112. Я люблю такое. Но это на любителя точно. Этого я тоже не видела. Конфеты глазированные с кокосовой начинкой. Состав. Начинка. Сыворотка сухая, молочная, жир растительный, сахар, крахмал, соевый лецитин, ароматизатор кокос. Понятно. Так, короче, такой мешок стоит 127 рублей. Полкило. Милый мармелад, жевательный. Ягодки. Тут ежевичка маленькая, клубка. Еще что-то. Сейчас посмотрим. Желейный жевательный. 1 килограмм. 176,40. Филе в уксусной масляной заливке. 196 килограмм. Такая селедка появилась. Пряного посола. Неразделанная. 1 килограмм.
Смоленская коллекция. Любимый снежный краб. Вот покупаю, нравится и все. В классическом соусе. Очень вкусно. Очень. 59 рублей. А со слов я даже не смотрю. Нравится и все. Так, йогурт Слобода обезжиренный. 690 грамм. 74,90. Еще Слобода. Спелый персик. Персик. Везде персик. 4 штучки упаковки по 125 грамм, 80-40. Плавленый сыр, 400 граммов, 139 рублей. Вот. Ну, обычные, как во всех магазинах, только дешевле. Вот есть с салями и сливочные коробки. Друзья, спасибо большое за внимание. Надеюсь, информация была полезной. До скорой встречи. Всего вам хорошего и пока.